Mix Nutrition. Александр Тимошенко, портал islabs.ru. Для вас. Для вас. Оксана Рабец, Украина, город Киев. Я представляю фирму Nutrend. Сейчас это мой главный, основной спонсор. Вот, и приехала сюда, на ФИБА, в Германию, чтобы представлять свою компанию. 3 дня будем вкалывать здесь. Ну, как вкалывать, да? То есть представлять компанию, будем работать. Понятно. Также будут у меня, я, кстати, буду танцевать свою произволку 5 раз, поэтому... Будет представление, да. На субботу и воскресенье, да? Пятница, у меня будут в пятницу 2 шоу, в субботу, да, да. Поэтому можно даже выучить мою произвольную программу. Я еще не предстоит ее в Киеве увидеть. И судить, да, наверное? Ну я что взять? Я билеты взял, я Делиеву сказал, что я еду независимо ни от чего, даже если скажут вообще не ехать. Не, нормально. 12 апреля у нее еще день рождения, на самом деле, я об этом в курсе, поэтому как бы мне не ехать в Украину нельзя. Нет, нормально, кстати, самолеты летают, была на этих выходных в Москве, поэтому нормально. Аэрофлотом прилетела, улетела, все работает. Меня зовут Мария Померанцева, живу я в Чехии и соревнуюсь тоже за чешский клуб Extreme Fitness, который находится в Кромериже. Тоже представительница Тима Nutrend, полгода. Левее, правее. А по мне просто Nutrend закрывает. Да, вот эту штуку представляет. Именно так, чешскую фирму. Всего лишь полгода, так что... Увидим. То есть работаем. Работаем, да. Нет, я отказ. Я не те. Вот так вот это делается. Вот так, бесцеремонно. В России бренд присутствует вообще? Да, представляю, есть представительство в Москве. Есть. Который сейчас будет работать. Вот между нами девочка не говоря, не звучит. Нигде ничего. То есть, за Россию не отвечаем. Они вот только знаю, начали. Ты сама как бы что? Все, что мы говорили, воплощаешь. Канада еще не отпала? Нет. То есть мы в Канаде будем встречаться еще. Да, до Канады еще дожить надо. Еще до Канады 4 турнира, поэтому 3 турнира. 3 турнира. World Ladies Cup, чемпионат Европы и аматорская Олимпия. Да, потому что моя фирма Nutrend, главный спонсор. Там надо быть обязательно. Мне сказали так, ты что, приезжаешь, выигрываешь, да? Мне уже поставили задачу не просто участвовать. А, честно говоря, я хотела отдохнуть немного, потому что до мира 4, ну, там остается 4 месяца. Отдохнуть, боюсь, у тебя хрен получится, солнышко мое. А хотелось нормального сделать, да, форму, хотелось бы, морально хотелось отдохнуть. Хотелось бы борща с попушками. Да. Фиг вам называется, индийское жилище. Так, давай с тобой теперь разберемся. Давай. Каким образом ты оказалась в Чехии? История ума. В 2008 году вместе с танками? Нет. А, немножко попозже. Так что... Что-то я не посчитал, это самое. Юную леди оскорбил, ё-моё. Да ладно. Я извиняюсь, беру свои слова назад. Давай, извини, пожалуйста. Как ты оказалась в Чехии? На самолете прилетела 6 лет назад. Так. И в течение 6 лет здесь учусь, так что учусь, занимаюсь. По студенческому обмену, работать, так сказать, в качестве... Студент, как студент я приехала. Студент, да? Да. Я приехала учиться, сначала я училась в колледже, а потом уже в университет поступила, так что сейчас на экономическом учусь. Соревнуюсь я в бикини-фитнес. Что-то я тебя не видел, я всех видел, а тебя не видел. Я новенькая. Херово соревнуешься или мало, потому что мало, и я новенькая. Новенькая? Да. Сиди, не смотри, вот куда смотрела. Ну, в принципе, не такая уж и новенькая, судя, так сказать, по тому месту, которое оценивают в первую очередь. А какое же место это было? Какое место сзади нашел, видеокамера посмотрела. Вот. То есть ты, так сказать, вообще в Чехии вообще интересно получается. Доминируют из бывшей Чехословакии везде Словакии. Ну, это да. Чешек практически нет. Я даже сейчас, в принципе, на звуку у меня
Даже как бы никого сейчас нету, за исключением катки. И то, как бы это не бикини, а сейчас физик. И больше чешских девушек, чтобы так сказать. Словачек сейчас назовут целый взвод, наверное, а этих нет. Почему так? Этого я, к сожалению, не знаю. Ты не знаешь? Нет, конечно. Почему, почему? То есть, получается, что ты кроме себя в этом спорте никого не видишь, не интересуешься, что ли? А, конечно, вижу, конечно, интересуюсь. Так. Но я думаю, то, что у нас много хороших девочек, много красивых девочек. Думаю, то есть, как бы... Ну, получается, Словакии больше, так что ли? Я думаю, у них они ведут, то есть, как бы у них тренд. У них тренд? Да. Понятно. А у вас? Так что... Внутренне. У них тренд, а у нас внутренне. Да? Правильно? А у нас внутренне.